Right across these plains and prairies, Rocky Mountain highs, fade off into the distance like ghost riders in the sky. Black smoke and white line, steel horses side by side. It's more than just a living, y'all. Hell, it's our way of life. We're the last of the cowboys, the giddy-up gone boys. 18 wheels on the concrete, it's a slow and dying breed. Rolling like Jesse James, modern-day outlaw game. If you're out here riding with me, come on back and make some noise. We're the last of the cowboys. Мужчины, женщины и дети. Всем привет! Сегодня у нас пятница, 31 число, конец мая. Последний день солнечный, да? Ну, я вам скажу, не сильно так жарко, так как я даже кофточку легкую одел. Ветер холодный прям. Едем мы вытянуть пустой контейнер на понедельник. Буквально в Таконе, где мы паркуемся. Заведем, прогреем, заедем в порт, вытянем, запаркуемся и до дома. Как бы минутное дело, да, звучит, так как мы паркуемся прямо за порта. Но я посмотрел, в порту есть немного траков, после обеда забили, и мы только диспетч с вами получили в час дня. Сейчас час 14, я только выехал из дома. Едем, загрузим пустой. Такие-то дела. Так что, чем уже мне радует, как я боссу сказал, если что, давай в понедельник поработаю, то есть в пятницу поработаю, но он мне только пустой нашел на понедельник. Уже хорошо. Работка есть у нас с самого понедельника. Это уже мне радует. Значит, ребят, огромное вот спасибо всем от души, кто меня поздравил с днем рождения. Очень много поздравлений. Даже не ожидал, что столько много будет. Откликнулись хороших подписчиков. Даже кто-то писал, первый раз комментирую, да? По-моему, с Приморского края, если я не ошибаюсь. Спасибо, ребят. 3 года, говорит, смотрю, первый раз комментирую. И за это спасибо. Так что радует меня. Сердце прям такое радостное становится, когда ребята прокомментировали. Пожелали всего самого лучшего. Чего я и вам всем желаю, мужики. У кого-то тоже было день рождения, я вам оставил персональный коммент. Поздравил вас с днем рождения. Спасибо вам огромное. У меня был сюрприз. И это только моя средняя дочка знала. Мой самый лучший друг Денис. Денис моей молодости. Я с ним познакомился в 89-м году. И до сих пор дружим. Не разлей вода. Я его забирал с аэропорта. Встречал его, когда он из России, из Сибири. Настоящий сибиряк. Прилетал в Америку в 89-м году, а я уже в Америке был в 88-м году. Ну, я со своим дядькой его забрал с аэропорта. И вот с тех пор мы дружим. И он решил мне сюрприз сделать. С Калифорнии прилетел на мое день рождения. Мы сидим в ресторане, ждем, пока нас посадят. И что вы думаете? Сюрприз. Заходит мой друг Денис. Вот этого я не ожидал. Значит, Денис, если вдруг увидишь, огромное тебе спасибо. Просто огромное. Я сейчас небольшой видос поставлю, как мы встретили мое 50-летие. Как раз слева меня сидел мой друг. Справа жена, слева мой друг сидел. Чем могло меня и радовать? Я разрадовался чуть ли не до слез, как говорится.
позвонил мне с Южной Каролины. Спасибо огромное. Так, народ, всем привет. Tokyo Japanese Steakhouse. Вот так начинаем свой день рождения. Сегодня у нас 30 мая. Заходим кушать или отмечать. И кто-то сегодня в Сакраменто катался на велике. Да! Да! Ой, Дениса! Вова, ты что? Как же я пропущу такого момента? Всего 700 дней. Смотри, 50 уже намотал. Давай, ты вообще красавчик, выглядишь молодо, вау! Вообще, всем привет! Вау! Давление масла так медленно поднялось. Интересно. Так, ну и единичка, это у нас что? Это у нас опущенные задние подушки. И одна единичка ушла. Все прогреваем. У нас тут хаски заблокировала нас. Линия на хаске. Нам надо на ват попасть. Так что придется сидеть, ждать, пока не продвинутся, чтобы выехать. Ну что, уже security прошли, здесь никого уже практически не осталось, траков. Сейчас заезжаем через дорожку, проезжаем и будем заезжать в сам порт. Тормоз ручной, заезжаем на спикер или на весы, так можно сказать. Лежачих полицейских тут понастроили, чтобы не гоняли, чтобы камеры зафиксировали, успели, да, контейнер ваш. RP-08865 Empty out. DALA
034-28-000. Thank you so much. Смотрим, наблюдаем, что выход забитый немного. Выход это у нас outgate. Серега, спасибо, братан. Сережка едет, кричит Happy Birthday. Молодец, Серега. Привет тебе огромный. Я знаю, что ты не все видосы смотришь. Ну, уже если вдруг увидишь. Китаец друган помахал. Если вдруг увидишь, то напиши, что ты меня услышал. Radio check 19. Так, да, радио проверяют. Так, вот я уже сдалека вижу на 74-й row. Все слева с пустыми контейнерами стоят. А как у нас там дела справа? Никого нету, то я думаю, я их справа объеду. Потому что когда забираешь, своя линия, а когда завозишь, своя линия. Но это уже там в конце, за поворотом. Отсюда не видно, есть ли там траки или нету. С пустыми часами, с пустым трейлером. Вот в чем вопрос. Быть че не быть? Быты че не быты? А ну и с пустыми-то немного траков. Ну траков 7, я бы сказал. Ну может быть 10. Много как бы займет, да, стоять, то зачем стоять, когда можно заскочил, загрузился и выскочил, и все, делов-то, и поехал домой. Второй день, мужички, сегодня будем второй день справлять мой день рождения, а завтра третий день. Ну так решил, три дня подряд, мужики, а там может быть еще и воскресенье замутим что-нибудь. Сегодня я шашлыки жарю. Сегодня пятница вечером, Тёма приходит. Тёма мне жарилку, покажу вам обязательно. Тёма жарилку мне купил, подарил. О, чуть-чуть небольшой тряска и все, и док повернулся, ё-моё. Сейчас надо выходить, доги равнять. Что за собачки у нас нехорошие такие? Ехал потихонечку специально, чтобы не растрясти груз, а он все равно растрясся. Нехороший ты наш. Так что сегодня шашлык-машлык, завтра ресторан, так как сегодня у меня у сестры, которая живет в Уразвиле, у нее сегодня день рождения. Так что, сеструха, поздравляю тебя с днем рождения. Пойду я сбегаю, док поправлю. Опа,
то пикапчик тут летает, лютует. А нам надо какая у нас? Hyundai G1. Дала, значит, это Hyundai по-любому. А, не, Х у нас не существует в словаре. Значит, Гандай. Ну да, Гавайи, Гандай. По этому списку идем. Огайо, да? Откуда таких слов понахватались? Как вы меня попросили, да? Чтобы я вам произношение говорил правильно. То значит, Гавайи, это у нас Хавайи. А Огайо, как бы оно ухо мне не резало, это Охайо. И Hyundai, это у нас Hyundai, а не какой-то там Hyundai. Это вообще по какому-то корейскому, что ли. Так что, ребят, вы попросили, я говорю вам, как оно произносится, как правильно произношение по-американски. Ни в коем случае не по-английски. У англичан там свой акцент, и я его не знаю. Так что, если кто-то будет, изучаете, допустим, американский, английский язык, то прислушивайтесь к моему акценту. Дядя Вова вас плохому не научит. Come on, Simon. Come on, это значит по-английски, а Simon это по-испански. Simon. Come on, come on. Так, пикапчик опять летит, круги здесь наматывает. Может, в этот раз к нам подъедет. Не, опять до пустых. Не, опять по кругу. Ну да ладно. Ничего страшного. Вы меня попросили, я вам говорю, как правильно. Так что уже без обид, ребят. А то кто-то там мне пишет, как у них там Hyundai называется. Hyundai, такого автомобиля нема. А вот, кстати, у нас корабль разгружается, эти Kia привез. Ну, они и Hyundai те же самые корабли привозят. Но в этот раз я смотрю Kia одна за одной. Валит и валит. Вот он, Бобик пошел. Тут же за ним второй пошел. First on the left, thank you, sir. Контейнер уже поднял. First machine on the left. Первая, говорит, машина с левой стороны. Это у нас вот лента. Ну давай, машина, вставай назад. Здесь они нам сигналят. Криво-косо ставят, чтобы опять сейчас доги не по это самое. Зад попал, вперед. О, сам закатился. Он уже отцепился, потом контейнер упал. Ну да ладно, самое главное, что поставил. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей.
Только от Пепси, ребят. Ни в коем случае. Ничего сильнее Пепси. Пепси самая сильная. Растворяет все полностью. И настроение поднимает у дяди Вовы. Ну все, ребята, время 2:11. Мы сюда заехали в 1:35. Так как я буквально в 1:30 завел трак. И за 5 минут линия пошла возле меня. Я быстренько М5 подвигаю, трак подвигаю вперед. И мужику впереди кричу: притормози линию, потому что линия возле меня на хаске идет. Он подождал, я быстренько в трак прыгнул и выскочил оттуда. Как сейчас будем парковаться, не знаю. Ну, знаю. Сейчас с другой улицы заедем и немного по бордюрине, но мы там помещаемся, когда такая линия стоит. Деме-то сложнее. Я как бы первый стою с поворота с улицы, я заезжаю с линии. А Тёма уже второй стоит, ему никак не заехать, если мой трак или машина стоит. То он тогда всех пропускает, стоит. И тогда только заезжает, паркуется. Тяжеловато, конечно. Но у нас другого выбора нету. Женщину пропустил, ей приятно. А мне приятно, что я кого-то пропустил, доброе дело сделал. То, что она с двумя флатбедами была. Ей надо радиус пошире. Ну и я быстренько сообразил, что человеку надо пошире круг сделать. Не стал дорогу переезжать, перегораживать, то есть. О, видите, пока загрузились, а уже здесь два трака на выходе. Я так и думал, что впереди Volvo, не знаю, что делает. То в нашу линию, то в правую линию. Все выгоды ищет. Куда бы вильнуть? Сейчас опять может впереди нас вильнуть. Наша линия пошла. Все, пошел я сейчас контейнера проверю, чтобы он не дырявый был. Добрались до выхода, outgate, на out, заезжаем, сейчас дяденьке скажем, тикет номер, thank you.
работников порта тоже мы всегда пропускаем. Это обязательно. Знаете, когда знаешь, что день хороший, прекрасный, дождя нема, не облачно. Правильно, когда нашу красавицу видно. Ну что, народ, вот он подарочек. Тёма нам закупил. Поехал, даже баллон заправил. Откручиваем. Так, четенько, вот такой Master Force. Опа, новенькая. Сейчас сюда халапеньо положу. Халапеньо пожарю и свининку поджарим. Так, кто подскажет? А она не загорается. А, вот горит. О, загорелось. Так, значит, сейчас на всю. А, это на самую маленькую. Вот так на всю надо делать. Так, отлично. Жар пошел. И сейчас мы ее подогреваем на 600. На всю нагреваю, чтобы там все прогорело. Потом цибулькой почищу. И будем свинину жарить. Спасибо, Тёме, за подарок. Ну что, как у нас дела? Ух ты! Пока я халапеньо тут нарезал. Да, пахнет. Пахнет, конечно. Всякой краской. Понимаешь ты. Вот так цибулькой делаете, нет? Говорят, вроде как микробов убивает или что? Ну все, первый пошел. Мерседес как Мерседес, не, ну Хонда как Хонда, а вот это-то что у нас, москвич, москвичи, это что такое? Как это зеркало классное. Москвич, да ты что, братва, полный, еще и с этой самой коляска сзади, не коляска, а карси, да ты что, нам надо уходить. Нам надо выходить. Мы третья этажа. Не хочу подрезать. Москвич все-таки. Вот так вот. И он у нас, кстати, продается. 13 или 16 тысяч хотят. Долларов, не рублей. Ну, $1000 я бы, наверное, пожертвовал, да, за такую грячу? Не знаю. Не, не стоит, да? $1000 даже он, жена смеется, говорит, не стоит. Вообще-то прикольная машина, вот я. Прикольная. Я ничего тут прикольного не вижу, конечно. Прикольная. Какая классная. Я не знаю, мне кажется, лучше на лошади ездить, чем вот на такой. Мы едем с женой. Третий день рождения справляем. Едем в Эверетт. Не, ну нам москвич сейчас дорогу покажет. Может, он тоже туда едет? Да не, он до Эверетт не доедет, знаешь.
доедет. Ты думаешь? Мне кажется, колеса отлетят. Смотри, фары работают. Справа зеркала нету, прикольно смотрится. Народ, она реально не смотрится. Не смотрится. Я думал, Жигули будет смотреться. Жигули, конечно, поквадратнее как-то. А вот Москвич что-то не то и не сюда, не туда и не сюда. С американскими или с японскими машинами она уже не смотрится. Давай, давай, Москвич, разгоняй, разгоняй его. Давай, ты нам, понимаешь, ты некогда, да? А я еще и москвича тут снимаю, понимаешь? Чуть помашем его. Ты думаешь? Что они круто едут. Класс! Класс! Красавцы просто. Одна квадратная фара впереди. Не знаю, что это за модель. Ну, о, море, океан. Это Эверетт порт. Кто помнит, мы тут шип делали. Вот сюда заезд влево написано Эверетт терминал. Вот он, мостик. Такое местечко красивое. Фонтанчики, там можно погулять даже. И вот он у нас ресторанчик. Fisherman Jack's. О, справа. Китайский. Все китайское. И вот у нас слева парковочка. О, пальца. Палочки классные. Вообще. Железные, да? Так, нам тут что-то принесли уже. Тони, расскажи нам. Просто варенички. Или манты. Манты по-нашему называют. Манты, да? Очень такие спайси, вкусные. Так, ты чё? Вот так вот. Класс. Мы сами не умеем делать. Здесь такие. Маслс. Лимский. Как это по-русски будет маслс? Мускулы? Не креветки, да? Не, не креветки. Креветки шлет, да? А вот это у нас с крабом, да? Да, маленькие, да. Просто класс. Он скоро будет. Лапшичка подошла. Монголиан биф. Вышли погулять. Сегодня у нас прайм. Прайм найт. Школа закончилась, очень много вон фотографируется, молодежь со школы. Это у нас Эверетт, набережная, вот он ресторанчик китайский. Вода просто как стекло. Еще экземпляр 67-го Камаро. Так, народ, на такой вещи я вас еще не катал. Электрический байк. Вот здесь газулька. Ой, как он дергает. Десять миль в час. Ничего себе. Не, ну класс, а. До сеструхи в гости приехал. Тони говорит, на, прокатись.
даже фонарик есть. Такой вот, вот мотоцикл. Такая вот система, моторчик. Что я не могу этот фонарик включить? Электромобил. Ну что, второй байк. Экспериментирую. Теперь на белый сел. Крутишь педали, и он тебе помогает разгоняться. Даже вот эту кнопку не надо давать. Ну чё, народ, сегодня у нас воскресенье. Дождик идет, травка зеленеет. Печка, ух ты, горячо погнала. Хот-доги, халапеньо. Мяска замариновали. Все как полагается. Четвертый день справляем. 50 лет. Как вам такое? Надо чуть-чуть, наверное, убавить огонь. А то что-то нам горячо стало. Всем смачного. Я хотел 5 дней, по сути дела, 50 лет справлять. Ну, завтра у нас работа. Мужики, завтра едем на работу. Так как мы с вами в пятницу вытащили контейнера. Так что, мужики, все, видос заканчиваю. На этом у меня именины наконец-то кончаются. Так что всем спасибо еще раз огромное, кто поздравил. Всем пока, до следующего раза.